Ситуация, связанная с задержанием лайнера, на котором летел бывший главред телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, обеспокоены в ООН. В организации призывают провести полное прозрачное и независимое расследование случившегося. Официальные власти Беларуси тем временем заявили, что на электронную почту национального аэропорта Минска пришло письмо от солдат «Хамас». По их словам, члены организации требовали от ЕС перестать поддерживать Израиль в ближневосточном конфликте, а также сообщили, что на борту самолета Ryanair находится бомба. После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна сразу же была доведена информация о поступившей угрозе, связанной с возможной закладкой на борту воздушного судна взрывным устройством и приведением его в действие в Вильнюсе. Однако позже в организации «Хамас» сообщили, что не имеют никакого отношения к сообщению о минировании самолета, подчеркнув, что они, цитата, «не используют такие методы». Между тем, в интернете появилось видео с задержанием Романа Протасевича. На записи он дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в Беларуси. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.